В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о том, что ранее судимый 40-летний местный житель организовал наркопритон на Нейбута. При проверке сведения подтвердились. Установлено, что мужчина систематически предоставлял свое жилье наркозависимым гражданам для употребления запрещенных веществ. При осмотре квартиры сотрудники полиции обнаружили и изъяли средства и предметы, предназначенные для употребления наркотиков. Экспертиза подтвердила, что на изъятых предметах обнаружены следы употребления наркотических средств. Организатор притона после 9 класса связал свою жизнь с наркотиками и уже много лет страдает зависимостью. Мужчина уже имеет судимость за незаконное приобретение и хранение запрещенных веществ. Дознавателем отдела полиции номер 1 управления МВД России по городу Владивостоку в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 4 лет.